Друзья, всем привет! Долговато не было новых видосов, день рождения, потом я немножечко приболел, гланды, вы сами, наверное, слышите, немножечко изменился голос, но не об этом. Сегодня расскажу вам о своем новом приобретении, а именно игровом телеке. Постоянные зрители знают, что летом 2017 года я купил этот Samsung KS9000. Все эти 2,5 года он меня полностью устраивал, за исключением некоторых моментов. Во-первых, посредственные углы обзора, собственно, как и у 90% современных ТВ. Если смотреть сбоку, картинка меняется кардинально. Я понимаю, что серия КС для эгоистов, и сидеть нужно строго по центру, но бывают моменты, когда ты не один смотришь на эту гнутую панель, и те, кто сидит сбоку, видит, мягко говоря, не совсем то же самое, что и ты. Второй момент. Когда в помещении света очень мало или вовсе его нет, на темных участках экрана видны засветы. Это я еще показал тогда при покупке. Терпимо, конечно, но нифига не прикольно. Признаюсь вам честно, я давно думал о покупке OLED-панели, но прайс был настолько неадекватен, он не то чтобы кусался, он просто откусывал бедро вместе с полупустым карманом. 2 года назад средние OLED-панели стоили по 4 штуки зелени, и подобные, как многие полагают, игрушки могли себе позволить только состоятельные господа, и отчасти вы правы. За 4 штуки баксов любой телек просто идет лесом. Но время на месте не стоит, и то, что вчера было очень дорогим, сейчас становится более доступным. Я не утверждаю, что за 2,5 года OLED-панели стали стоить как LCD, но сейчас можно купить технологию будущего практически по цене LCD. Кто не силен во всех этих аббревиатурах, сленгах, я позже доходчиво объясню и, конечно же, покажу. Так как серия КС уже не выпускается, покажу вам современный аналог, но на примере Q8. Эти ТВ плюс-минус одинаковы, за исключением цены и незначительных отличий. Как и прежде, у Samsung панель QLED с зоновой подсветкой, но цена за не самую заряженную версию стартует от 48 тысяч гривен. Друзья, я не знаю, сколько у вас стоит подобный телек, я озвучиваю прайс в Украине. Запомнили цифру 48 и переходим к более технологичному LG OLED серия C9. Данный телевизор дороже ровно на десятку, но по моему мнению он выше и на несколько голов, нежели предыдущий Samsung. Наиболее известные бренды в своем арсенале имеют модели с OLED-матрицами, только одни Samsung продолжают и дальше выжимать соки из LCD. Подобное упрямство мне напомнило Apple с их так называемой монобровью. Какая монобровь, жуткий вырез, который уже не вставляют даже в подвальные китайцы. Но не об этом. Этот LG дороже ровно на 20%, чем предыдущий Samsung. Но он опять же в 2 раза круче. И это не голословное заявление, это факт. Именно эта модель C9 в 2019 признана лучшей в соотношении цена-качество на авторитетном сайте HDTV Test. В этом году произошел апгрейд в лучшую сторону, прибавили динамического контраста, HDMI нового поколения, новый проц и так далее. Не буду вас загружать цифрами, озвучу главное – цену. Купил я этот технологичный телек всего за 38 тысяч гривен. Именно во столько обошелся мне этот ТВ. Как так, вы меня спросите? Дешевле на десятку, чем Samsung? Именно так. Купил я его, как сейчас некоторые говорят, серый. Серый — это привезенный из Европы, а не купленный у какого-нибудь ЧП. Короче, купил я не у наших продавцов, а у ребят, которые возят телеки или технику из Европы. Я не знаю, для кого как, для меня 20 тысяч гривен разницы от магазина и как бы немалые деньги. В общем, мы с другом заказали 2 телевизора. Ребята сами привезли, помогли собрать, настроить, я только снимал. Кто проживает в Украине и кому интересна данная тема, ссылку на парней я оставлю в описании. Сегодня я не стану рассказывать, сколько портов, где пластик, где металл, кому интересно, вы знаете, где искать. Распаковывать ТВ нужно строго по инструкции, ни в коем случае никаких усилий на панель, она тонкая и повредить шанс высок. Сборка элементарная, я бы мог и в принципе сам собрать, но раз ребята согласились помочь, я только за. Старенький Samsung пока покурит в сторонке, но к нему я еще вернусь. За 2,5 года использования Samsung на последнем месяце у меня сломался пульт. Нет, он не сгорел, у него просто треснули кнопки, вернее пластик на корпусе. Если честно, я не понимаю подобных решений в угоду дизайна. Клавиши нет, а вместо кнопки прогиб пластика под усилием. Короче, полный бред. Конечно же, подобное решение рано или поздно вышло бы из строя, собственно, как и случилось в моем случае. На замену я купил копию за 20 баксов, и тут, как мы видим, уже есть всем привычные кнопки. Хватит о грустном, вернемся к телевизору. Таким образом выглядит телек после сборки. Строго, лаконично и ничего лишнего. Самое приятное — это, конечно же, распаковка и снятие пленки. Это я люблю, собственно, как и любой из нас. Первое, на что обращаю ваше внимание, это толщину панели. Всего 3 мм. Это пипец как тонко, и мой Note 10 более чем 2 раза жирнее этой панельки. Сборка идеальна, если опять же проводить параллель с тем же Samsung, у которого вверху уголки не доклеены, то у лыжи по сборке твердая десятка.
десятка. 9000-я серия от Samsung даже сейчас, в 2020 году, на фоне телеков до 1000 баксов выглядит королем. Яркая панель, стильный внешний вид, изогнутость как бы сама за себя говорит, что перед нами не какой-то середнячок, а серьезный аппарат. Но опять же, поставив его рядом с LG C9, вся его серьезность улетучивается. Как я говорил ранее, на Samsung в идеале нужно смотреть прямо и не иначе. Под любым углом он превращается в хрен знает что. И по мере остроты угла картинка превращается в однородную массу. Особенно смешно читать на пресс-релизах рекламы Samsung. Насладись по-настоящему четким изображением, без искажений почти из любой точки комнаты. Ну это конечно комедия, вы что издеваетесь или вы держите людей за слов? Я понимаю, что в магазины приходят разные люди и далеко не все понимают, что такое квантовые точки с подсветкой, а что такое органика. Но то, что я услышал, это полный пипец. Я вот как увидел сразу вот ваши любимые LG 9 серии, это у нас OLED, и посоветовался с ним, он мне сказал, что да, тоже глубокий черный цвет не совсем всегда всем нравится и приятен. И они советуют. Что? Samsung QLED. Пойдемте в QLED. Вот, Samsung QLED советуют. Тоже, как и я. Оказывается, пацаны, не всем нравится черный цвет. Черный здесь слишком черный, а белый слишком белый. Я понимаю, продавана ему выгоднее продать телек за 200к, нежели за 110. В магазине сотни ламп и да, 80% телевизоров плюс-минус неплохо показывает, когда много дневного света. Сядь вечерком, посмотри на LED и QLED. Хотя даже этот советчик увидел, что под углом Samsung не фонтан. Вот этот потускнел. Кто? Samsung. Тоже. Ну а в принципе они сейчас все, дальше пошли все тусклые. То есть по углам обзора, конечно, сами видите, да? Делаю угол обзора, и эти телевизоры у нас, смотрите, все потускнели. В общем, вы все сами видите и понимаете. Не нужно быть экспертом, чтобы знать, что любая картинка привязана к черному и белому. Если недостаточно черного, тогда появляются оттенки серого или фиолетового, и отсюда искажения в цветах. От недостатка белого, тепло-песочный или, как говорят некоторые, грязный. Все просто. По большому счету, QLED это пиксели, которые подсвечиваются полностью или зонно. Они не излучают свет, а только подсвечиваются. Главное отличие OLED от технологии QLED в том, что OLED свет каждого пикселя излучает по отдельности. Так что яркий белый или красный или черный, неважно какого цвета пиксель, может находиться рядом с пикселем черного цвета, который по большому счету и не подсвечивается. Отсюда глубокий черный цвет. И при всем этом они не будут влиять друг на друга, а проще говоря, не залезая за собственные границы, как у того же QLED. Еще одно немаловажное преимущество технологии OLED перед более устаревшей QLED – это тонкие и легкие панели. Опять же шикарные углы обзора, плюс более короткий отклик, что немаловажно для геймеров. Чуваки Samsung, поймите, как бы вы ни пытались троллить технологию OLED, приглашая каких-то корейских геймеров, эволюцию просто не остановить. Играть непрерывно 12 часов в онлайн игру – это нужно быть еще тем задротом. О той же статике давно позаботились, так что страшилками с выгоранием пугайте других. На мой взгляд, QLED – это действительно венец совершенства, но опять же на панелях с подсветкой. Пройденный путь от бабушкиного черно-белого ТВ до современного LCD практически окончен. Ну еще пяток лет и все. Я не скажу, что увы, так как я рад, что на смену старым технологиям приходят более новые и совершенные. На наших дорогах все чаще встречаются гибридные авто и на электрике. ДВС потихонечку сдают позиции, и этому я рад. Я как раз один из тех людей, я езжу на гибриде. Не бойтесь, друзья, экспериментировать, познавать что-то новое, ставьте перед собой цели и двигайтесь вперед. Я озвучиваю банальные фразы, но это действительно так. Достаточно философии, вернусь к моему новому ТВ. Для меня когда-то очень удобным был пульт от старенького Samsung года так 2013. Удобен прежде всего чем? Указкой. В CS9000, к сожалению, этой функции уже не было, и дальше ее почему-то убрали. Я очень долго привыкал, но и так и не привык. На набор каких-то буквально двух слов уходило до минуты. Тут же указка имеется, и пользоваться ей одно удовольствие. Не нужно клацать лево, право, вверх, вниз, просто навел клац, клац, все готово. Колесиком скроллить удобно, и знаете, подобные фишки очень важны. Пульт простой, здесь как бы все просто, ничего необычного, пластики, резина, все что нужно также здесь имеется. Отмечу плоское основание, чтобы пульт можно было поставить вертикально. OLED это по-настоящему черный и естественный правильный белый цвет. И глядя на пену в бокале, ты понимаешь, насколько велика разница. И тут даже дело не в правильных цветах или углах обзорах. Самое главное, на OLED я увидел разницу в детализации. Вроде бы одинаковая диагональ и одинаковое разрешение 4К, но на OLED картинка более четкая. На зеркалку сложно передать, как картинка выглядит на самом деле, но если посмотреть наглядно, то на обе панели видно, что на OLED картинка слегка холодит. На
QLED наоборот, более тепло и серо-розовый какой-то оттенок. Если смотреть на QLED не по центру, а немножечко сбоку, то виден уход фиолетовый. Если освещения в комнате нет или яркость экрана выше 70%, очень видны хорошо засвет. Это также я вам показывал. У OLED же при любых условиях и углах обзора картинка не меняется. При всем этом, если какой-то объект недостаточно виден, телек автоматом добавляет яркости в нужную область экрана. Это действительно очень круто. За 2,5 года использования Samsung я привык к его реально офигительному звучанию. До него и после него все телевизоры казались весьма посредственные. Покупая этот LG, я изначально задумывался о покупке саундбара. Но когда я послушал, как звучит именно эти две колоночки, вернее два динамика с саундбаром, я понял, что даже в CS9000 звук проще. Нет, он не отдыхает, но он реально проще. О качестве картинки и видеоконтента я могу говорить долго и нудно, но в этом я не вижу особого смысла. Я только хочу озвучить и донести до вас главное. Вы все видите сами. Благодаря шустрому процессору даже посредственное видео становится четче и краше. Как говорится, есть чем сравнивать. Глядя на это видео, я знаю, что оконный проем окрашен в желтую краску. На Samsung же он какой-то оранжево-коричневый. И как я говорил ранее, от белого и черного зависит очень и очень много. Недостаточно черного мы видим серый угол вместо нормальной человеческой тени. Вместо бело-голубого неба хрен знает что. С приобретением данного телевизора на многие фильмы и видео я посмотрел совсем по-другому. Я не скажу, что посмотрел другими на это глазами, но действительно все выглядит совсем иначе и однозначно в лучшую сторону. Ролики Samsung никогда не были такими сочными и яркими, как на OLED TV от LG. Еще одна галочка в пользу данной модели – это наличие HDMI версии 2.1 плюс 4K HFR, что по USB дает возможность воспроизведения видео с частотой, внимания 120 кадров в секунду. Как вы понимаете, данный ТВ я купил не только для просмотра сериала и ютубчика. Данный телевизор имеет 12,7 миллисекунд отклика, что очень круто для игр. Для наглядности подключу свой ПК и посмотрим, каково оно в играх на 55 дюймах в 120 Гц. Беспроводная мышь, клава, коврик – это все, что мне понадобится. В настройках ТВ выбираю необходимый для меня HDMI вход и вуаля. Комповская картинка на ТВ. Во-первых, этот ТВ поддерживает G-Sync от NVIDIA, а это отсутствие разрывов и оптимизация под частоту панели LG. Выбираю 2K 120 Гц, увы, у меня нет пока что подходящего HDMI, именно нужной версии кабеля, но к выходу пятой плойки я обязательно его прикуплю. Но пока и так в принципе сойдет, 2K 120 Гц на ТВ 4K зашибись. Вот так, в принципе, легко подключив ПК, получаем игровую систему на огромном телеке. Первое, на что обращаю свое и ваше внимание, это плавность картинки в целом. Здесь же при герцовке в 120 игры воспринимаются совсем по-другому. Теперь все более масштабное, объемное что ли, вот порадовали так порадовали. Играть теперь можно как с ПК без проблем, так и на приставке. Совсем другой уровень. После 60 Гц такое чувство, что кадров стало в 2 раза больше. Пацаны, кто ищет телек под игры, данный вариант вам точно подойдет. Даже моя жена сказала, Лара такая резкая теперь стала. Я же спустя несколько часов катки не почувствовал даже легкой усталости. Глаза не устают, руки свободно лежат на диване, в принципе, что еще нужно. После подобных размеров на своем 27-дюймовом мониторе я нормально не могу играть Red Dead Redemption. Все кажется не таким, каким-то маленьким, миниатюрным что ли. На 55 дюймах Detroit Become Human так вообще воспринимается как полноценный фильм. Кстати, рекомендую, кому близка тема Heavy Rain или в целом проекты Quantic Dream. Как вы уже поняли, покупкой данного ТВ я остался полностью доволен. Во-первых, я его купил не за все деньги мира, во-вторых, он у меня теперь останется на очень долго. ТВ этот у меня около месяца и недостатков я не выявил. По изображению и звуку максимальный балл. Уже несколько раз он обновился по воздуху, все окей. Работает в принципе как часы. Старый Samsung буду продавать, два телека в доме просто мне не нужны. В принципе, друзья, на этом все. Кому интересно, контакты ребят я оставлю в описании под видосом, обращайтесь. Также ставлю ссылку на кэшбэк, которым постоянно пользуюсь, покупая в интернете. Всем еще раз спасибо, что смотрели. Дальше будет, в общем, скоро все узнаете. До встречи, пока.